побежали. В минувшие выходные в Новоуральске, как и по всей России, прошел интеллектуальный забег «Бегущая книга». Городская библиотека организовала несколько маршрутов. Сотрудники задавали горожанам вопросы и дарили книги за правильные ответы. Акция «Бегущая книга» ежегодно проходит во Всероссийский день библиотек 27 мая. В Новоуральске она прошла в 9-й раз. Забег был посвящен афоризмам, пословицам, поговоркам, исконно русской литературе. Всего по городу было организовано 5 маршрутов. Мы поснимали один из них на бульваре Фоменко. За правильные ответы горожане получали в подарок, конечно, книги. Сейчас я вам загадаю пословицы, скажу. Вы должны подумать, правильно ли я их сказала. И если неправильно, то вы должны их скорректировать. Не садись на пенек, не ешь пирожок. Это... Ну давайте, ребята, давайте, давайте, вспоминаем детство. Нет, не гуси, лебеди. Библиотечный десант выбрал совершенно несложный вопрос, ответы на которые, казалось бы, должны быть у нас, россиян, в крови. Однако, как видим, даже такие вопросы вызывали затруднения у молодых. Это печальные факты, от которых мы просто не можем отмахиваться. Все смешалось в доме Облонских. Откуда эта фраза? Нет. Нет, Облонских. Облонских. Да, Анна Каренина. Не верь, не бойся, не проси. Эта фраза стала известна после выхода в свет Солженицына «Архипелаг ГУЛАГ». Получается, что мы не читаем, не знаем самых распространенных пословиц, крылатых фраз из книг. И это, мягко скажем, печально. В библиотеке проходит множество акций, множество мероприятий, которые стимулируют желание у людей читать. И «Бегущая книга» – одно из них. Но тенденция, к сожалению, такова, что чтение книги больше не одно из самых больших удовольствий в пирамиде потребностей человека. А сама книга – больше не лучший подарок на все времена. Альбина Евсеева, Геннадий Донгузов, Новоуральская вещательная компания.